Всем привет! Сегодня продолжим разговор о проекте Around. Напомню, что Around — это первая в мире децентрализованная рекламная сеть в дополненной реальности. Сегодня я хотел бы рассмотреть white paper данного проекта. Напомню, что white paper — это основной документ, который привлекает либо отпугивает инвесторов. Как мы можем понимать, в данном проекте уже собрано порядка 6 миллионов долларов, так что данный документ составлен очень качественно, что повлекло такую популярность среди инвесторов. В данном white paper очень много интересной и занимательной инфографики. Здесь вы можете видеть, как различные поколения будут использовать такие средства для входа в дополненную реальность. И это очень интересно для себя, я тоже открыл много нового. Также вы можете видеть перспективы развития рынка мобильной рекламы. До 2020 года вы можете видеть эту прогрессию, и она не может не впечатлять. И также представлена инфографика о размере AR рынка в миллиардах долларов США, как она будет меняться, и вы можете понимать, что до 2020 года прогнозируется практически пятикратный, даже более чем пятикратный, шестикратный рост рынка AR. Также расписаны тенденции рынка, приведены компании. Отмечу, что это лучшие в мире компании, которые инвестируют в AR-технологии. Также представлены примеры сделок на основе AR и показываются основные преимущества. Дорожная карта данного проекта white paper данного проекта расписан на более чем 50 страниц, и здесь подробно можно узнать о всех нюансах данного проблемы, о существующих проблемах, о существующих решениях, о существующих тенденциях и многое другое, и какие проблемы решает непосредственно платформа Around. Around, этимология этого слова AR, Round, чтобы вы понимали. Принципы работы расписаны, вся бизнес-модель представлена здесь. Прежде чем инвестировать в проект, обязательно ознакомьтесь с white paper. Что бы хотелось еще вам сказать? Вот здесь представлена подробная схема работы, бизнес-модель. Представлена таблица для инвесторов, которая показывает, какие бонусы будут получать на тех или иных этапах. Также таблица распределения, но она есть и на сайте. И здесь использование собранных средств при различных вариантах сборов. Я предполагаю, что будет собрано более 15 миллионов долларов, но это лишь мои предположения, потому что софткэп в 5 миллионов уже успешно собран. Дорожная карта, как вы видите, до 2020 года, и команда, о ней я рассказывал в предыдущем видео. Также хотелось бы особым образом отметить экспертные оценки данного проекта на ICO-трекере ICO Bench. Общий рейтинг составляет 4,5 при 47 экспертных оценках. 47 экспертных оценок, напомню, что это колоссальный показатель, которого не достигает почти ни один проект, размещенный на ICO Bench. Здесь вы можете видеть колоссальное внимание различных адвайзеров к данному проекту. Цена одного токена составляет, здесь вы видите на экране, SoftCap, HardCap, также вы видите на экране. SoftCap собран, напоминаю. Вот, в общем-то, и все, что хотелось рассказать о данном проекте. Чтобы подробнее с ним ознакомиться, переходите по ссылкам, которые я оставлю в описании. Напоминаю, что токен сейл заканчивается 15 ноября. Всем спасибо за просмотр. До свидания.